красногорскими мамами и юной жительницей Ойшей глава округа Дмитрий Владимирович Волков обсуждает концепцию будущего детского сада на 250 мест, который сейчас возводится в Ильинском тупике. Новое учреждение будут посещать дети от 1,5 до 7 лет. Готовность объекта пока небольшая, примерно 13%. Но строители обещают из графика не выбиваться и сдать его в срок. Мы все это воссоздаем, и для нас это приоритетом является. И вот здесь посмотрели начало строительства детского садика. Много было мероприятий по демонтажу, но сейчас вижу, уже выходим из цоколя. И наша задача, соответственно, к лету, мы планируем где-то к началу июня полностью здесь завершить строительство, чтобы к 1 сентября постараться здесь приготовить вкусную кашу нашим детишкам. Я хотела, чтобы в садике было... беседка и площадка. Помимо современных спортивных площадок с навесами от дождя на улице, для каждой группы в трехэтажном корпусе подготовят игровую и уютную спальню. Делать зарядку и участвовать в веселых стартах воспитанники будут в просторном физкультурном зале, а исполнять свои первые песни – в музыкальном. Также в новом садике оборудуют медицинский кабинет, пищеблок и кружковые комнаты.